Моя подруга Яна подарила мне немного мимозы. И я так рада, потому что меня она ассоциируется с детством, с чем-то веселым, радостным. И я ее так давно не видела в Корее. Привет, привет. Очень много дел, но благодаря интернам все как-то движется. У нас сейчас такая огромная коллективная работа происходит, потому что кто-то обрабатывает фото, кто-то вырезает на белый фон, я там дальше обрабатываю, украшаю, потом добавляю, создаю трафареты, чтобы это все выставить на сайт, и в итоге уже вот чуть-чуть что-то вырисовывается симпатичное. Сейчас я вам покажу. Вот это вот весь день обрабатывала, там еще внутри просто очень много фотографий, только внешне. Хотела показать, вот у меня теперь на другой стороне находится диван, и там вот появился стол, где я уже могу работать. Хотя у меня есть в другом месте вот там, но там все-таки мастерская. Смотрите, вышли новые футболки у Asian Illumination, только сегодня получили. Это ручная работа, вот именно сам принт, то есть его разрисовывали вместе с коллаборацией VR Studio. Представляете, только что мне прислали посылку, и я думала, это мне что-то там, ну, я потому что заказывала. Открываю, а там такой зимний пиджачок, и явно не моего размера, а это, скорее всего, ошиблись. Вот это вот такая вещь, я даже не знаю, может быть, детская. В общем, сейчас пытаюсь найти сайт отправителя, их бренд, и написать в службу поддержки, что мне делать с этой вещью, потому что наверняка кто-то заказал, ее ждет, а мне она по-любому не нужна, и хочется ее вернуть тому человеку, который ждет. Надела вот это платье, оно мне прям так поднимает настроение, очень нравится. Она все видна. Вот сейчас с девчонкой едем на съемку. Жанар. Ребятки, вот и прошел очередной день в Asian Illumination. Мы дошиваем наши платья кружевные серые из льна. Вот, и сегодня еще пришли мои подруги, мы с ним посидели, пофотографировала их, и в целом все было хорошо. Ребята, сейчас мы собираемся поехать в путешествие и немного отдохнуть. Thank you.